утро! С вами стилист и имиджмейкер Валентина Казак. И прямо сейчас вы узнаете, как создать образ в синей-серой гамме на каждый день. Синий цвет любим многими модницами, однако от него можно устать. Предлагаю дополнить и разнообразить такой оттенок серой гаммой, ведь таким образом ваш комплект получится более благородным и интересным. Мы начали создавать наш образ брюк в клетку среднего размера. Именно такой размер принта является классическим и базовым. Он не будет утяжелять вашу фигуру. Золотое правило: к активному низу мы подбираем однотонный верх. Мы отдали предпочтение объемной блузе молочного цвета. Тонкие фактуры зимой требуют дополнительного утепления. А что может быть лучше, чем проверенный временем кардиган? Мы выбрали его в ярком, насыщенном синем оттенке. Тем самым завершили весь ансамбль. Разбавляем активный синий серым цветом. Удлиненное серое зимнее пальто must have гардероба. Оно будет хорошо сочетаться как с базовыми, так и с акцентными вещами. Мы выбрали к нашему комплекту немного грубые ботинки на невысоком каблуке. А утеплить и завершить образ нам помог шарф тон пальто.